свою маму. Девочка хочет маму спросить. Она спросила глазами, как надо правильно жить. Как надо правильно жить. Мама смотрела на свою дочку. Мама хотела дочке сказать. Она кричала глазами самому близкому: не надо лгать, самому близкому не надо лгать. Белая птица черной не станет, если не плачет вместе, значит, не друг. Думай душою, смотри глазами, и никого не надо винить, и никого не надо винить. Девочка смотрит на свою маму, мамина фото 45 лет. Она бы сказала не только глазами, но, к сожалению, мамочки нет.